вами были Илья Вербух и Ирина Слуцкая. С вами были Татьяна Навка и Евгений Плющенко. До новых встреч, друзья. Пока. Очень быстро подошло к концу это прекрасное шоу, которое объединяло два города, Москву и Санкт-Петербург. И я, честно говоря, Леша, не заметила, как прошло это время. Потому что это был кусок нашей общей жизни. Кремлевские звезды и ангел на Александрийском столпе объединили нашу всю страну, объединили людей, объединили спортсменов, объединили меня и тебя. И ты приглашай на ледниковый период, на финал. Да, я приглашаю на финал, на 31 декабря будет финал ледникового периода, где будут определены первые, вторые, третьи места. И хочу поблагодарить, конечно, за сегодняшний чудесный, необыкновенный вечер, за необыкновенную программу «Боско Спорт» совместно с Первым каналом. Это, конечно, удивительное зрелище, которое удалось нам с вами посмотреть, тоже благодаря телевидению. Как представитель, да, Петербурга, хотел бы пригласить всех любителей фигурного катания к нам с 4 по 7 января в Петербург посмотреть все чемпионат то, что, России. Все то, что чем сильно наше фигурное катание, будет чемпионат России. И там будут кататься именно те, кто в дальнейшем будут кататься и на Дворцовой, и на Красной площади. И украшать нашу жизнь. Поздравляем еще раз с Новым годом. Татьяна Тарасова, Алексей Мишин. Вас всех целую. Да. Желаю всего доброго. Желаю, счастья. Я желаю достатка. Всем здоровья. И нашей стране процветания. И никогда. Но бывает, что минута все меняет очень круто, все меняет раз и навсегда. Новый год недалек, пожелать хочу вам счастья. Вот сидит паренек, без пяти минут он мастер. Без пяти, без пяти. Но ведь пять минут немного, он на правильном пути, хороша его дорога. Пять минут, так много, он на правильном пути, хороша его дорога. Пусть подхватит в этот вечер там и тут эту песенку мою про пять минут. Но пока я песню пела, пять минут уж пролетело, Новый год, часы 12 бьют. Новый год настает, с Новым годом, благодарю Первый канал и Боско за такой праздник, который нам сегодня подарили. До новых встреч не только на чемпионате России, до новых встреч на Дворцовой площади, на Красной площади, на главных площадях нашей большой, великой страны.